Хули. Хули тоже плохое слово. Это тоже плохое слово. Да, очень плохие слова. Нам нельзя говорить плохие слова. У него просто подтекст ужасный. Потому что мы уже начали стрим, Муразор. Поздоровайся со всеми, сделай хоть что-то. Здорово. Цензурное. Здорово, пацаны. Здорово. С вами Бородозор, да? Да, Бородозор, Днищезор. Джавазор, Джовазор. Да, с вами... Дозор. Нет, с вами Бородозор, Дозортодозор и Днищезор. Вот так вот, ребята. Всем привет, короче. Всем привет. Да, мы сегодня будем кататься. Это самое. Кирилл, расскажи ты для разнообразия, что мы будем сегодня делать. Я уже задолбался каждый раз рассказывать. А что я буду рассказывать? Вперед, чему? Мы будем назад. Сливать все, как обычно. Да, как обычно. Мы будем искать кнопку в бой. Первые 20 минут будем искать кнопку. Начнем с этого. Посмотрим гайды Джова, где кнопка в бой. Пару обзоров, как обычно. А Муразор панует о том, что кнопка слишком маленькая, в нее нельзя попасть мышкой. Да это главная кнопка, вообще другие кнопки в игре не нужны, на самом да. деле. Просто не все в курсе. Ну, знаешь, учитывая такой класс в нашей игре, как артиллерия, вообще на клавиатуре надо три кнопки оставить. А на мышке одну, вот так вот. Да, дорогие зрители, будем сегодня кататься, всем привет. Муразор сейчас у нас подсоединится, у него там что-то какие-то проблемы. Ни единого разрыва. Поехали, Кирилл, пока нагнем. Поехали. Вообще ни единого разрыва. Вдвоем, а я на батчике буду. Батчик. Не, ну бачата это, конечно, хорошо, немножечко. Ты выбиваешься из толпы, из массы. Да, вообще такой ни разу не попсовый средний танк. Ни у кого почти нет. Не, я имею в виду, что я цикличный перезарядка, все цикличные, а тут бачат, ну как это некрасиво. Цикличный ты. Слово, цикличный. Слова такие. Да, да. Я же говорю, он гайды смотрел по новым словам. Да, 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 да. По кнопке в бой. Я Хованского смотрел, там тоже много чего нового узнаешь. Так, ладно. Да. Куда мы едем, на воду? Слышь, Кирилл? Слышь? Да, слышь. Так куда хочешь езжай, ты все равно сольешься. Я бы предложил вообще направо поехать. Не-не-не, это Драчилово. Ну вот куда ты, поц, едешь? Знаешь, ты днище тупое, 49-процентное. Как ты слушай, можешь? Он говорил, нам ругаться нельзя, то есть только ему можно сегодня. Да. Ой, а у меня 10 фугасов, мне предложил картошка 10 фугасов зарядить на бачате. А ты 268-го возьми с дефолтным боекомплектом. Ага, там вообще хорошо все. Так что куда мы? Куда на воду? На воду, наверное, падаем, я не знаю, если по таймингу успеваем. Вот что ты там встал? А куда? Я не знаю, куда ты хочешь, какую воду ты хочешь? Ну, поехали за мной. Я думал пострелять, здесь любят вон упырчики разные проехать. Оп. Отлично. Ой, ой-ой-ой. А он еще 53-процентный. Блин, это кошка на мышку ложится. Да ладно, не отмазывайся, просто ты днище. Все нормально, братья. Она мне приказывает, что делать, сегодня женский день, у меня же кошка. Женский день, да. Кирилл до стрима жаловался, как все с него требуют подарков. Подарки. Ну что я буду танковать? Давай, давай. Ты же у нас нагибаешь 16 рикошетов. Опа. Стрельнул, стрельнул. Да, 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 да. Подсосал, подсосал. Еще раз вылези, давай, давай. А слушай, а мы угол про это? Опа. И смотри, они по очереди насасывают. Смотри, то один, то второй. Слушай, красавцы какие! Пацаны! Больше, больше! Он что-то понял, по-моему, да? Нет? Да, сейчас, секунду, надо перекатиться. Примерно как лампочка. FI с той стороны подтягивается, смотри. Блин, Муразор, ты там так щелкаешь, а меня ж тут страшно. Меня ж подскакивает. Жопец. Ага. Стенографистка, ёпт. Ёпта, да. Ой, я в рентгене. Ой, сейчас батчики полезут, не? Не достал. Оп, какие меткие бачаты. Вообще красава, слушай. Правда, нас сейчас будет в попец... А у него 440, да. Попец нас сейчас будет иметь, правда, с крюка. Давай-давай-давай, вот этого, который уезжает. Ай-яй-яй. По-моему, он хочет убить Джова. Да. Убил Джова, вообще красава. Фью, просто. Ну, вообще, ну просто наказал. Наказал, да. А сзади... Ой, сейчас прилетит.
Я же сказал, сейчас прилетит. Су-26. Су-26. Так, слушай, а у нас проблема. Я подняться не могу. Откатиться... Ой, и сейчас меня бачат сзади поимеет, я так чувствую. Сейчас он... Че, да, у меня клиент что-то обновлять решил? Когда на iPhone себе зарабатывал, ты как по привычке сейчас вот сделай. Открываешь. Иди в пень. Сейчас сзади просто бачат вылезет, пока я буду дефить этих двух ПТ. Какой классный у нас Е100. Да, не говори. Ну, вот я сказал, вот он вылез. Отлично, я не попал даже, как днище. Чё ты не поджался под ту сторону? Чувак, блин, с этими странными 50 FPS и с подлагиваниями, попробуй куда-то поджаться. Днище, поехали дальше. Не знаю, у меня компьютер мощный, но... Погодите меня, сейчас захожу. Но нифига, не роляет. То же самое. Да калькулятор у тебя, какой у тебя мощный компьютер, что ты рассказываешь? Кстати, прикинь, на i5, на полных, на максимальных настройках с такими же настройками, как у тебя, будет 60-70 FPS на i5. Ничего, это еще HD-клиента не было. Там будет фишка скоро новая. Mm. Не, я... 40 FPS. Я думаю, что у меня просто upload фиговый. Так, а при чем тут upload? К тому, что у тебя 40 FPS. Потому что потери пакетов. Нет, понимаешь, если я поставлю себе максимальную графику, у меня будет просаживаться там до 60 FPS на некоторых картах, у меня не будет вот этих подлагиваний, как обычно вот на стриме бывает. Все равно. Как там канал называется? Джофф. Смотри, быстрее заходи, потому что туда сейчас набегут. Я вот в стриме сказал, что... И мы тебя хорошо, уже не возьмем. Хорошо, давай, закидывай мне инвайт. Ой, туда уже позаходили. Да. Ой, боже, играл? Целых 10 человек зашло, все. Да, плейграунд, да. Сейчас будут кричать в комментариях. Нища, на прессаке катаешься. У тебя там 13 перков, а я как поц не могу прокачать боевое братство. 2 из 5, да? Командиру. Десятки? Да, я возьму 62-ечку. Ну, идет. Так, слушай, подожди. Ой, стоп. У меня опять тут Wargaming красава просто. 17 фугасов вообще просто. Супер просто. Я вот начинаю понимать, как они балансируют танки. Если они так же балансируют, как заряжают мне фугасы. Я говорю, 268 возьми, там лучше всего. Да, я догадываюсь. Что, фугасы? На ПТ-шках они... Какие фугасы? О, погнали. Конечно, мне больше 140-й нравится, чем этот самый... 62-ка, но 62-ки лоб покрепче. Короче, мы должны БТРить, хардкорить и вообще убивать просто. Сливать статку союзникам. Да. Вон, даже тот помнит, как мы играли в прошлую пятницу на советских СТ. Боже, какая это шара была. У нас там, по-моему, 80% побед было. Ну, это... где-то так, да, это по-моему, 83. Это при том, что... Ну, мы там особо не напрягались, там прям шутка. Просто на прессаке любое дынище может, видите, даже Джо может нормально играть на прессаке. А, ну да, точно, я совсем забыл. Может, там статки нет, статка да, не светится. Статка не светится и сразу к тебе к скиллу прибавляется, да, там. Все же эти вот эти вот комментаторы, дятлы. Так куда, подведи... направо? Да, направо поехали. Все вот эти комментаторы, они так пишут, типа, у него 13 перков и шоколадка, все, вот он секрет нагиба, было бы у меня, так я бы тоже нагибал. Ну, понимаешь, 13 перков и шоколадка, это, да, это все, а как Буэнтли там, ну, типа того, короче, не для простых парней. Да ну хурот закрыло. Ты что? Ой! Где он? Общество защиты. Нам материться нельзя, это видите, он как с девушкой на 8 марта разговаривает. Это не девушка, это кошка. Блин, я забыл, сори. Я так просто... какая разница? Кошка не девушка? Кошка это животное вообще-то. Ну и что? А девушка это млекопитающее. Блин, у нас разница в 2 десятки. 2 десятки. И это не противостояние даже. Отлично. Опа. А вот 140-й бы сейчас попал. Давайте 62-ку, 62-ку, 62-ку давайте. Фокус. Паттон аккуратно. Моно, я тебя сейчас убью. Ломаем. Зря ты этот сервак взял. Ой, так. И 156 не пробил. Да, ломаем. Не даем пацану. Чё фугас-то так не пробивает?
Нормально, пацан поиграл, хорошо. Не спеши, Музя. Давай. Давай нагибать медленно. Ну, Йось, они все тут такие слоупоки, как ты. А-а-а. Там только ПТшки в углу могут что-то сделать, и то тут у них одна ПТшка. И она не на этом фланге. Да, да, да. Так, и как мы тут аккуратненько так проедем? Как мы так аккуратненько как-то аккуратненько. Вот так давайте через башенку, да, играя. Какой наш ворвался, убил. Да, ну давайте ворвался, убил. Чё мы как? Давайте, они развернулись. Воу-воу-воу-воу-воу! Ну, Паттон, это плохо. А, вы сзади заходите, да? Отлично. Фокус, Е50. О, хорошо. Фэ приехал. Ой, это было Фэ, да, такой бум, бум. Нормально, поехали дальше. Короче, я считаю, надо сделать девизом сегодняшнего стрима БТР. То есть никакого стоялого. У нас, помню, в пятницу с Кириллом был момент, короче, мы просто Мауса изнасиловали. Здесь. Да, вот здесь, на Эренберге. Там еще и тапок был. Опа, вы посмотрите, от этого. И вот куда она улетела? Да, я с полным сведением не попал. Смотри, чего у него не пробивается? Я вообще без понятия. О, а с вертухана попал? Просто неправильно стреляешь, Кирилл, с вертухана, да. Так у меня не совок, чтобы с вертухана стрелять. А, да. Ну, кто ж тебе доктор? Что у тебя не совок? 74. Зря ты этот сервак выбрал, он лагает. Ну, можем поменять в теории. Ру-5 лучше. Не знаю, у нас с Кириллом не лагал. Ой, бачик кдшится. Так, надо переехать еще туда. Давай. Классно. Так, а мы еще можем соснуть. Мы, конечно, вот такие вот все бодрые. Да, что-то подлагивает. Что-то есть такой нюанс. Это же игра такая. Или это игра такая? Игра такая. Игра такая, да. Вафля достается. Ой-ой-ой, по мне кдшится вафля. О-о-о, ну ФВ дает, красава. Слушай. Ваншот. Да, хорошо раздает, красава, братюнь. Ну, что, 62-ка тоже ничего такая, в принципе, плюс-минус там, да? Т-69 достается на центре? Кто мне скажет? Кто расскажет? Что-то там есть, но я не вижу нифига. Бесполезные фугасы на этом танке. У нас базу берут. Я думаю, нам нужно тоже базу брать, или нет? Или чем мы делаем? Е100 берет, можем вернуться и позбивать. Ну давайте, поехали. Просто вот такая ситуация патовая немножечко. Чего, наши берут? Там берунги со всех сторон. Ну поехали тогда, собьем. 5-4 надо слева забрать. Скажите, пусть едут с захвата. Не, да не, пусть стоят, а что? Да ну нафига? Там еще минута, пока сотка базу возьму. А, ну напиши им. Кирилл. Шо, опа, кто? Оп. А все, вот... бачат уже сбивает. Да, все, уже. Да. Так, ну тебе надо пострелять, по идее. Кто там, где там? Все равно базу берут, вот. Аутисты. Ну, а что ж ты хотел? Я хотел еще 4000 дамага настрелять. Ну, а. 2800? Слабенько. Слабенько. Ну, я ж почти 6 настрелял, но один хит. Слушай, Музя, тебя тут уже в чатике называют Муразур Мистер Пинк. Нет, Пинк нормальный, но у меня просто... Ну, давайте на Ру-5 перейдем, если хотите. Хочу. Ну, давайте. Так, надо тут блашечку поставить. Вот так. Так, Ру-5. Переходим на Ру-5. Ру-5. Вообще, я до релиза вот этого патча 8.1, я все время на Ру-5 играл, а потом какие-то пошли лаги, там пинг по 700, и я вот ушел там на Ру-1, на Ру-2. Пинг у меня везде 30-ка, но на самом деле... Ну это типа показывается 30-ка, да. Да, на самом деле там нет. Ну что, ты заходишь? Да, зашло. Я зашел. Так. Есть. Есть, да? Так, ты... Опа.
Все, вижу. Не знаю, по-моему, 140-й лучшая ST. Лучшая ST игра. Да, лучшая ST, реально. Погнали. Он, как он с вертухана кидает, никто не кидает. Даже Паттон не умеет так с вертухана кидать. Да что там Паттон? Паттона понерфили в говно. То есть, вот, да. Где логика? Вот скажите, где логика? Был Паттон с хорошей стабилизацией, стабилизацию ему понерфили. Сейчас есть 140-й с таким же ТПМом и стабилизацией, но ему никто ее не нерфит. Зачем? Вот где логика? Ты ищешь логику там, где ее нет. Видимо, все потому, что советские СТ, блин, их стату раки опускают говно, и никто не собирается их нерфить. Еще и 7 хотят апать. Блин, ну апните и 7, конечно. Какие проблемы? Не хотят. Ты че, никто не будет и 7 апать. И он тогда будет еще... Да ладно, разработчики отвечали вон пару месяцев назад, что есть такие планы. Что типа статка низкая. Ага, ну тогда будет странно выглядеть, что ап, то есть что четверку там не апнут по сравнению, блин, и так далее. Ну да. Куча танка с основой статой, и что? Надо 50B апнуть, я считаю, надо маус апнуть. 50B нужно не апнуть, ему нужно ТТХ пушки поменять с 57-м, и тогда будет нормально. Ну, короче, нужно его более точным сделать. Но это, считай, ап, и все. А хэви, когда можно сделать более косым. Потому что... Судя по тому, как они статку слили на хэвике, то его никто не будет нерфить. Не, я к тому, что вот хэвик, он почему-то не оставляет впечатление имбы. Но при этом, когда ты на нем бой выкатываешься, ты 3К делаешь вообще легко. На том, да. Что 110-м не так легко 3К делается урона. Да 110-й уже, он тоже, конечно, мощный. Не, он мощный, ты чё? Это как раз тот танк, который может в одиночку тащить. Хэвик-то зависим из-за своего барабана. А давайте ближе подъедем и постреляем. Барабан. Давайте, у давайте, КТ давайте. Меньше 22 сек. Опа, что там? Блин, ничего, сраный... Ничего, ничего. Не-не, да, одни торчат. Ой, 100 наш со с нули делает. Ага, вижу. Ну давайте в город запуливаемся. Он там, там Розор уже хочет на орехи получить. Нет. Да. Ягодный вроде вылазит. Ягодный? Ой, здесь лагает еще сильнее. Вита одинаково лагает, что там, что там. Танк аж не останавливается. Да. Две четверки у меня. Угу. Подкаты, давай к Мурзору, Кирилл. Еду. А давайте ворвемся. Давайте. Ну, они на Мурзора вылазят, да? Да, скорее сюда. Вижу из 4. Дамажу, нужна помощь. Никого не вижу вообще тут. Что тут, где тут? Я вообще нифига не вижу, где они все? Блин, нужен шот. А, все, вижу теперь. Все, я высадил барабан. Ага, хорошо. Бля, у нас есть... Ой, есть что на центре? Да, о, да, в натуре. Что у нас? Есто на центре. Ой. Ты говоришь, как будто это что-то странное. Так, Муразора только не бросаем. Я туда не могу перекатиться, потому что там контролят. Какие-то овощные, если четвертые. Да. А ты что, папок нагибатора ожидал? Ну там 53% как. Они как... не ожидали такого. А гусле стоит. Да что это за хрень выехала? Джов, помогай. Сейчас. Мне и 7 мешает. А вот я ж про него и говорю. О, как он танкует. Высадил. Кто-то машинку. Слушай, это фиговая позиция. Давай снизу зайдем. Нам надо их как-то разводить. Мы ничего не можем. Из-за того, что мы тут в одной точке дрочим, они все на нас смотрят и ничего. Давай к ним сзади ворвемся. У меня еще давай, давай, секунд, можем сзади к ним прям зайти. Давай. Муразор уже не уедет. Сейчас, не под кишку не подставляйся. Хорошо. Ты рядом? Давай. 6-2 я забираю. 15 секунд еще, 10. Ой, забирай, давай, Артышлюк. Стрельнул, ну. С коричневой страдает, отлично. Я засветился, подтягивайся. Подтянулся. Муразор просто... Ой, 71, шот, ну. Дал, Муразор. Ладно. Ой. Хорошо. Так, давай этого овоща пропустим. Овощ, давай вперед, танкуй. Танкуй, овощная база. О, да ты что, чтобы он выехал. Да он же стесняется. Врываемся. На катке. Вот починился. Засранец. Блин,
Туда или сюда. О, еще этот меня голдой пробил. Заберу сейчас. Броня не пробита. Так, хорошо, давай дальше продавливаем потихонечку так. Аккуратненько. Так, что-то я дофига получил дамага. Боеукладку мне выбили. А ЕСТО занял очень выгодную позицию. Да, да, да. Но он, красавчик. Он на самом деле там опасен. Он опасен, он сделал опасен. Ты что? Да, да ты что? Ой. Да, забирайте этого. Вот ЕСТО как раз. Жесть, как он меня выцелил вообще. А я говорил, аккуратней, пацаны, аккуратней. Ой, да по боку. Итак, считай. Продавил, зашибись. Давай, давай, перезарядочка. Не успел. Какая навесная траектория. Бочата. Ай, хорошо. Да, давай, выцеливай меня. Маленький ты петушок. Давай назад откатывайся, куда-нибудь откатывайся вообще. О, он танкует, не? Твою ж дивизию. Экраны. Да он танкует, да, он, видишь, он натанковал. Полный рот натанковал. Давай свети, натанковал. Там меня сейчас тут или арта угадает, или я не знаю. Я боюсь выкатываться. Там это вафля. О, у нас заветные 7 есть. Ладно, еду. Ого, отлично. Кумулятивом не пробил. Достаточно неплохо, я считаю. Продавил. Нормально, но экшена мало. Да, надо больше экшена, надо больше врываться. Ваш рот, понял? Ваш рот. Ваш рот я шатал. О! Ты что тут делаешь? Давайте, добивайте. Я еще и не засветился, ничего себе. А я засветился. Тебя этот флагшток спас, флагшток. Давай, Кирилл, врывайся, братюня. Ох, спасибо. Да это сюрприз, кстати. Я знаю, я ж про это и говорю, спасибо, братюня. Вот ж, 26. Эй, бачат, арта, арта. Убей его, покарай эту шлюху. Почему он синий? Кто синий? Она? Потому что... Кстати, Кирилл, ты сейчас еще стрельнешь меня, и стрим для тебя на этом закончится. Да. А вот вопрос в том, кто сделал синим танк? Ты. Ты голубой за вообще. За один шот голубой не становишься. Но... Кто-то не играл на прессаке и убивал своих. Ты кстати... так говоришь, как будто это что-то плохое. Да. О, 5 косарей. Ох, ты поднасосал. Мы с Мурозором... Немножко нищенское сыграли. А там мы с 4-й так танковали бортом замечательно. А-а-а, нормально. Так, тут просят Е25, просят дать голды. Мы... Датные запросы. Знаешь, как Муразора назвали? Майданозор. Да ладно. Ну да, мы сегодня про политику нельзя, но... Не стоит. Не стоит, да, но забавно. Кстати, тут просто нереальный пиар-ход в комментариях устраивает. Знаешь, как есть вот эти в комментариях пишут, типа, подпишитесь на мой канал, я буду делать розыгрыш там игры Стима. Тут парень просто всех приплюнул. Кто на меня не подпишется, тот еб-ан. Ну ты понял. Отличный пиар-ход. Отличный пиар-ход, может, да. Набивал свой миллион? Естественно, я так бегал по каналам и писал, кто на меня не подпишется, тот уехал. Может, продвесит подсосков. Да. Поехали на аллею. Только сразу экшен. Хотя тут экшен, кстати, будет очень такой жестокий. 4 СТ, а у нас только трое. Наверное, даже надо чуть аккуратнее быть, потому что не дай бог. А хотя бы вот еще. 4 СТ. Топ. Почитаешь? 4. Тут еще 3 штуки, не? А, еще есть внизу в самом, да, жесть какой. Ты куда вообще поехал? Ой! Броня не пробита, но я попал. А я и не подсветился, ничего себе. Ну, он какой-то, наверное, низ? 140-й. Может, низ? Я уже внизу, твою ж дивизию. Ой. Какие не все зелененькие, а зело опасно. Ой, я свете.
А Муразор вообще поехал. Да. Ну а ладно, давайте я к вам подъеду. А то вас сейчас там изнасилуют. Не забывайте, что еще три коричневых есть. Ой, коричневые. А Муразор как раз поехал ему. Хе-хе-хей! Да, братюне, привет, да? Я хочу за ним поехать. Ну поехали, давайте. Ой, еще карта КД. Так сейчас же центр карт почти никто не кроет, потому что не думают, что туда только больной на голову поедет. Ой, сейчас меня озалупят. Там что-то Хэвик торгуется. Ага. 40, мне нужна помощь. Джофф, ты где? Я сзади тебя, давай. 40. Давай, сейчас. Еду. Качусь. Твою ж дивизию, лора меня выцеливать. Да ёпарасоте. Оу. К слову, света было столько, что просто пипец. Ни единого шота. Нам что-то мне подсказывает, что мы тут поиграли. Ну или я поиграл. Нормально, валим к нашим. А, ты поиграл. Ну да. Ой, за нами поехали. Ой-ой-ой, да. За нами выдвинулось. Да. Боже, какой офигенный танк. Я просто еду, раздаю Ой, пипец мне. Все. Ну, как всегда. Никто не прикрыл днища. Я как Киркоров первый слился. Но это было весело. Не, ну смотри, как бы есть плюс в этом маневре. То, что мы оттянули их с зеленки. Наши сейчас поддавливают. О, красава из 7. Поиграл. А муравьё почти фуловый, вообще. Ну почему наши арты не стреляют? Вот что за бред? Ты хочешь, чтобы арта еще и стреляла? Ну да, себе? Да. А ты не думал, что ты много хочешь? Ну да, наверное. Учитывая, что три кнопки всего лишь на клавиатуре у них есть. То я, конечно, действительно очень много хочу. В бой стрельнуть, нагнуть? Да. Взрыв БК. Да, кнопка взрыв БК. Давай, Муразор, ну, подсосал. 298. Да. Кстати, отсюда смотри, видно всех. Угу. 62-й на вас едет, Кирилл. Отлично, в гусеницу без урона. И Муразор тоже в гусеницу. Ой-ой-ой. Забирайте вот этого 62-го вдвоем, если есть барабаны. 30 секунд. А, ясно. Значит, нифига нет. Ну, вроде бы они соснули. Сейчас посмотрю, сейчас что на аллее творится. Джофф Киркоров, давайте надеяться, что больше никто не умрет. Нет, жаль. Никто не умрет? Вот я в этом сомневаюсь, конечно, что никто не умрет. Не, ну вроде пока нагибаем, все нормально. Я пока ютубчик, чатик почитаю сейчас. Просят БТР на маусах. Да, о, это будет потом. О, что, кстати... Мазор, не хочешь танкануть 6-2? Сейчас заберем его. У меня барабан. У меня, кстати, есть хорошая идея. Давайте из будущего, ну то, что сегодня в стриме сделаем, давайте маусы, Е25 и этот, ПЗ-1С. Что? Не хочу маусов, честно говоря. Ну, прорашим где-нибудь, поедем. Е25-то точно. В лес. Почему? 3 Е25, что тут плохого? И ПЗ-1С тоже, кстати, офигенная машина. Да ну нафиг, блин, я загорелся. Феноменальный успех. Что, ты с шоколадкой ездишь? Конечно. Ну ты успешный, я тебе скажу, прям как я. Правда, меня просто расстреляли. На подлете. Ой-ой-ой, артошлюпка. Да, ну шо. Давай, Кирилл. Должен всех нагнуть. Вот Муразор не захотел 6-2 забрать. Теперь он всем портит жизнь. Ну он фуловый вообще. Ну да, вы... Арты живут! Ты боже, что? Какие овощи играют у нас в команде на артиллерии? Просто пипец. Им столько светили. Просто наводись и стреляй. Нет, мы будем стоять на месте. А там вражка даже не переехала, заметь. Давай, Кирилл, забирай. О, в гусеницу без урона. Еще раз гусеница. Красава. Ты что, голдой стреляешь? Да, у меня закончились подкалиберы. А-а-а. Блин, два раза в гусеницу без урона. Ну так может только советский СТ. Я серьезно говорю. Эх. Так, ну что?
Да, так что, PZ1C давайте. Офигенный да, танчик. Да, ну нафиг лоу-левел, честно говоря. Да, при чем тут лоу-левел, чувак? Это же БТРный хардкорный танк, бери. Он столько... Его еще нужно экипировать, а это лоу. Ну, экипаж у тебя есть, погнали, и все. Зачем тебе его экипировать? Что тебе, там, сведение, что ли, поможет? Или ремящик? Голды заряди там чуть-чуть, если в жопу попадем. Вентиль можно поставить. О-о-о! Подбой! Вентиль поставить. Торсионы. Вау! Вау! Братюня! Усветленку. У меня, короче, на командире этого танка 20 перков, прикинь? 20. Ну, да. И 9 снизу. И 9 снизу, да. Фул голдой разорим картошку. Ну, я фулл голду не ставлю, я ставлю всего лишь 320 твоего, того и 320 того. Это стандартно, что картошка предлагает. Не, это я поставил так. Mm-hmm. Я не помню, что там в стандарте было. 320 того, 320 того. Да, я как по хардкору без аптечки, чисто с этим, с бензинчиком голдовым. Вперед нагибать! А как же шоколад? И шоколад, конечно, ремкомплект. Так, ну что, нас кинет куда-то? Я думаю, нас будет долго балансить. Да, да, учитывая, что мы еще и эти донатеры. Раки. Ой, так. О, жесть! Джова. Жесть! Ладно, короче, едем по центру. За 4 мы точно пропьем. Стоп, 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 стоп. Ребята, у нас есть классная задача. Нам надо убить артиллерию. То есть, если мы в этом бою убьем всю артиллерию, мы, считайте, выполним свою задачу. Я предлагаю убить статиста на ПЗ, на ПЗ-4, который фармит. А, я думал на этом, на бишопе статиста, артиллериста убить. А, этого, ПЗ-С5 вот этот. Ага. Так, давайте убьем как-то артиллерию. То есть для этого нам надо подождать, пока они все разъехаются, и потом просто тупо толпой туда приехать на базу и всех убить. Поэтому в начале боя просто пока что немножко ждем. Я иду по центру, иди на. Да под... Муразор, блин! Ты во взводе или где, блин? Давай жди. Какой центр? Угомонись. Джоб становится светить, да-да-да. Да угомонись! Вот засранцы. Идиоты, вообще сейчас забанят автоматом. Автоматом. Вот балбесы. Автоматчик. Пулеметом. Вы балбесы просто два. Это за просто накид... ты Ща... на кустах сидишь. Сейчас они разъедутся, поедем убьем артиллерию. С маскировкой. Да. Разъедутся. С колдуновой, наверное. Да. Ну там 3 ПТ останется. Кто там на базе останется? А так мы сейчас погибнем просто. Погибнем. Погибнем. Смерть. К успеху идем. Погибнем. У меня броня не пробита. Броня Афродиты, действительно. Рикошет, слушай. Ой, я пробил М7-го. Ой, ПТ-шечка немецкая. Да, вижу. Мне даже не хватает этого. А сколько до нее? До нее 400 метров, чувак. Нас не хватает пулеметика. С тем же успехом ты можешь... Ладно, поехали к Муразору. Он поехал рту нагибать. Посмотри, поехал он. Да, он проехал, кстати. Но его сейчас убьют. Давай медиума убьем с ПЗ-1С. Заходим через шестую, через Б6, вот туда вот. Поехали. О, кстати, обзора. Не, 380, надо 330. Не, да, надо 300 где-то, лучше всего. 330 минимум. Давай, пока Муразор там светит, давай вот этих двух убьем. Нам тоже не бросай до него, давай лучше по базе. Поехали. Да не стой, Кирилл, не стой, поехали. У них там по 200 хп, просто влетаем и убиваем. Ладно, я 300 дамаги сделал. Вообще, братюня, красава, слушай. Как ты живешь? Рикошет. Ой, как Т-49 подпрыгивает. Да. Пробитие. Давай. Кирилл, у меня барабан. Барабан. Он еще жив? Да. Ты его не забрал. Да у него там пару хп осталось. Так, теперь на базу давай как-то там. Хотя это палевно. А у них там столько танков на базе. Ой. Ого, это был... Ну поехали. Сейчас, подожди секунду, я развернусь. Муразор же доехал до их базы. Да, только они его не ждали, а нас сейчас ждут. Ну Черчилля мы точно не пробьем, я не с этим. Да, так надо арту убить, зачем нам Черчилль? Кстати, статисты убили. Шлюпка, арта шлюпка. Да-д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 а. Ого, арта шлюпка. Да-да-да. Да они даже не переехали, одноклеточные. Я его не забираю с барабана! Он такой жирный! Черчилль не смотрит, боже, они ну все... Ну как они на свертухана попал?
Они все не смотрят! Это они боты без... какие-то! Они боты, посмотри, они просто ничего не делают. Арту, карай, арту! Караю, караю! Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, жесть, жесть! Так, я текаю, да-да. За 3-4 советская едет. С вертушки мне двигло сломал. Отлично. Джон горит. Меня Черчилль поджег. Я гуслю потерял, блин. Не, ну это было весело. Кирилл, а? Кирилл еще жив. За мной 34-ка едет. Какой он точный, слушай. Так там половина на базе АФКшной вообще были. Ой-ой-ой-ой-ой. 0-ка боев. Давай-давай-давай, Кирилл, Кирилл. О, тебя прикрывает кто-то. КВ-1, КВ-1, КВ-1. А Черчилль еще туда подсасывает. А! Что застрали. Ты сделал? Что ты сделал? Все. Это Черчилль домик сломал, походу. Или... Не, я, наверное. Не, ну чё, смотри, 11 на 4. Все нормально. 400, 370. Отлично, отлично, я считаю. Давайте Е25 теперь. Да не, Е25 не так интересно. Почему? Просто тоже будем вырываться. Ну. Не знаю, помню. Я помню. Взять леопардов 5-го левела. Там тоже пулеметик. Давай. Давай. Германия, легкие танки. Так. Леопард 5-го уровня. Да, пулеметик ему дали. Который 16.02, да? Угу. 2-сантиметровый или 3-сантиметровый пулеметик? 3. 3, хорошо. Так. Ого, 120 фугасов, спасибо картошке. За счастливый. 30-миллиметровых фугасов. Ага. За счастливый. О, победа! Победа, да. Так, я даже, наверное, не буду ставить эти самые. У меня денег нет. Поехали. Так, надо фугасы убрать. Ну, я голды поставил там нормально так. Шо, леопард этот начал нагибать? Особенно с десятками сейчас будем, с пулеметиками им выдавать. Дорогие зрители, не забываем ставить лайки. Вы знаете, как Джош любит лайки. Больше лайков на стрим. Джов, как тебе объект 430? Ну, хороший, как бы СТ, но 140-й лучше. Я считаю. О, пишет тут. Просрали Одессу и играют в танки. Гондурасы. Боже, какие поцы у нас на стриме есть. Да, бандеровцы Одессу захватили. Джоб из подвала стримит. Подпольный стрим. Ой, опять нас, боже. Оцени, какая прекрасная голда у этого танка. 15 пробоя больше. Не, ну слушай, до 110. 110 на 5 уровне, это все равно очень неплохо, я считаю. 95 тоже неплохо. Да. Так, а куда мы едем, собственно говоря? Кто мне скажет? Направо, я думаю. Ну, давай. Давай. Собственно говоря, попробуем. Я очень давно не катался на этом танчике. Еще с тех времен, когда он был... В топе. Без... Да, когда он без пулеметика был, когда он был таким педобирским. Че он был педобирским? А че, на него пацаны выкатывали и насиловали малышей, потому что он, когда он попал в топ, его никто пробить не мог. Ну, это да, но он попадал очень редко. Не знаю, не знаю. Жирный какой пулеметик. Правда, пулек мало. Здесь их поймаем. Куда вы поехали? Ну, сейчас мы через верх проедем. Или что-то там, что у тебя за хитрый план? Давай, Кирилл, поехали. Правда, перезаряжается, но очень долго. Долго, 16 секунд. Пару да. Вот ПЗ-1С, вот это я понимаю, нагиб. А, Музя хочет прям туда. Ну, поехали. Учитывая, что мы внизу списка, это, конечно, очень жесткий план, капкан. Ой, жестко прям вот в это да. Вот это жестяк. Поднимайся. Я тебя считывал на крестик. Тихо. Кто рядом? А, это, блин, Е25. Ой, воу. Аккуратнее. С пятого, давай. Вот это нагиб! Вот это жесть! Только сзади... Т20 хитпоинтов пулеметика. Т20, Т21, аккуратнее. Я пока КД. Давай этого 21-го. Давай, разворачиваемся. Ой, сейчас еще сведусь. С полным сведением. О, вот это да! Вот это да! Да-да-да-да-да! Ой, СУ-152! Кто-то поиграл. Слушай, какой офигенный пулемет. Зарядка только долгая. Да, долгая перезарядка, это минус. Но во взводе-то это веселуха какая. Так, Мурзорн хочет нагибать куда-то.
Мозор, ты хоть признаки жизни подавай, а то ты, мы думаем, что ты бот. Да, я параллельно тут играю, жру, и еще ты хочешь, чтобы я с тобой разговаривал. Еще и анонизмом занимаешься, да? Ну, Джо, не нужно всех людей судить по себе. Ой, ой, стреляли! Куда я поехал? Куда я заехал? Зачем? 34-ка. Да ты двигайся, они не попадут. Помогайте, помогайте мне. Не, мне уже никто не поможет, судя по всему. Я куда-то заехал, фиг знает куда. Да, немножечко переборщил. Далеко. Да я не думал, что вот тут кто-то есть. Да, сзади. Какой веселый танчик, даже вообще, не вообще, вообще да. Офигенный. Ты что? Надо по нему будет обзор сделать. Этот пулемет это нечто. Что просто. Пробитие. Да, просто надо лучше прицеливаться, ты сейчас практически не попал. Так я же с вертухана стрелял, даже не сводился. Ага. Просто с этим пулеметом трудно упреждение брать. Ну, что-то надо брать. Так, отлично, уехал. Можно ПТ-шек забирать. Поедьте и соизнасилуйте внизу вот этот, который дефит. Там мы к нему не успеем. Ну, значит, у него 1200, он фуловый вообще, у него 1230. Если нас сзади никто не расстреляет. Ну, это вопрос, да. Надо еще один бой на этом танчике. Да, можно хоть два. Давай, Кирилл, КВ-1 изнасилуй. Да я не успею даже к нему. Сведение долгое. Ну? Нет, тут только с вертушки. И вблизи с пулеметика. Да, да. Тут надо карусель. Я вот поджег на примере СА. КВ даже не пробивается. А ты просто стрелял. А пробивается, ты плохо стреляешь. Если с первой пробивается. Почему КВ должен не пробиваться? Ну, потому что в корму стреляешь. Су-152. О, точно. А вот ФЛК. Таран. Нет? Да. На днище это говно. Вот это ты с него снял тараном, вообще. 71 я тараном всего лишь. Ой, и промахнулся. Да. А чего этот вертится, я понять не могу. Там он на тебя, наверное, агрится. Не, он на днище едет. Помоги ему, Кирилл, помоги ему на днище. Давай, смотри. Ой, кто-то гуслю ему сбил. Вообще нагиб какой! Жесть! Вот да. Это танк! Дорогие зрители, качайте это немецкое да, говно. Пулемет, конечно. Та-то что, пулемет вообще нагибает. 100 пробоя. Мастера дали. Офигеть! Так, давайте еще, только я сейчас уже модули поставлю. Мага, практически за ничего. Модули поставлю все. Так. Еще можно вентиляцию сюда впендюрить. Сколько там обзора? И обзора, кстати, 380. Можно еще поставить стереотрубу. Да, ну ты же стоять не будешь. Просветленку ставь. Не, ну в соло-рендоме можно и постоять. Так, все, поехали. Ну в рендоме-то можно постоять? Не, офигенный танк. Я даже не думал, что у него пулемет настолько нагибучий. Ему бы, конечно, еще размеры поменьше. Было бы вообще отлично. Да ладно. А представь, что в топе? Ой, в топе вообще на жестяк просто, полный. Кстати, в топе может быть не так комфортно из-за того, что долгое КД. Не думал об этом. Зато барабанчик какой хороший. Да, да. Ну вот смотри, в лобешник мы всех пробиваем. Может, кроме Млешки. Ну, Млешка, если будем... И еще если будем попадать... А, не, можем квасы не пробивать. Воды продавить. Воды? Угу. Мы в лоб выезжаем на какой-то тяж и улетаем с одной плюхи. Но давайте да попробуем. Ладно. Давайте вот сюда попробуем поджаться. Мы только от кваса можем улететь. Или от сушки. Ну едем тогда. Немножко он просто этот самый, слоупочный. Чуть-чуть. Отлично. Я бы, конечно, пободрее бы хотел, чтобы он был. Вот типа как я... Блин, сейчас, секунду. По-моему, Джо сейчас утопится. Стой, не беги, не беги. Тихо, все, не я беги. Жаль. Блин, немножко накрылся тазом медным наш раш. Сейчас я подъеду. Я не свечусь, здесь никого нет. О! Первые признаки жизни, но я даже не добрался сюда. Кстати, пулеметик дальше 330 же не стреляет. Ну да.
Даже я бы даже сказал дальше 300. 330 это Т-25-2. Давайте я подъеду, втроем сожрем его. А ясно, вы уже начали. Мурозер уже подъехал. Мурозер уже подъехал, да. Сейчас поиграет. Сейчас я, Кирилл, жди меня. Я уже... Я... Кто тебя там раздает? Да без мысли. Так кто меня только не раздал? Все по мне сбросились. Так, ладно, я врываюсь тогда. Врывайся, забирай. Нас поимели. Да блин, я еще даже не врезался. Да, все, поиграл я. Слишком мелкая карта. Ну, что-то типа этого. Так, тут Е25 катится. Тебе больше сушку бояться надо, которая сейчас выкатится. Смотри, смотри, смотри. Агрица, агрица, Т25. Зафокусили его. Ну, забирай уже. Забирай, забирай эту фигню. Пушка не опускается. Давай. О, да, на катке. Уезжай, уезжай. Стюарт! О, ББшка меня пробил. Жесть. И там еще два кваса, там без шансов было. Без шансов. Поехали. Поехали. Ладно, давайте на нормальных танках теперь. Панцер 2J. Панцер 2J? Это типа ПЗ-1С, что ли, который? Нет, это Панцер 2 АУС-ФДЖ. Да, знаю. Но я его тоже, кстати, выкатываю иногда. Тоже прем какой-то? J, а не Г. Ну, J, правильно, потому что... А, J, нет, J у меня... Премиумный. Премиумный. Что, нету его у вас? Есть. Есть. Чем он интересен? Дают. Давай попробуем. Так, сейчас. Там звуки такие, звуки такие раздаются. Не, ну вот леопард мне реально понравился, очень веселенький. Только там надо большие пространства. Типа там южного берега, что-то в таком духе надо. Так, ну чё? А, третий. Третий прием. Просит КВ-2. Не, ребят, КВ-2 брать не будем, он очень медленный и невеселый. Так, ну что? Сейчас опять в самую же. Нормально, кстати, хорошо забалансило. И 35% на победу. 35. Тупо едем вперед, не останавливаясь. Спускаем сейчас вниз? Да. Три пробития. Сколько там пробития? 46. Ну, типа как у ПЗ-1С. Какой он жирный. Ну... У него брони как у тигра. Да ладно. Сколько тут? 80 лоб. Офигеть. Не, ну ПТ-шки нас пробьют 176. ПСМ пробивают нас из сушки. Угу. И Т-82 фугасом даст, может, там... Но сыну весело. Это нужно, чтобы им ой, какой ой, медленный! Ааа, жесть просто. Ну поехали. Теперь понятно, почему не 80 брони. Он вообще не ездит, чувак. Не, ну с горочки смотри, как шпарит. 40. Мурозор знает толк в БТР. Да. Все норм, не ссать. Посмотри, как я еду, как говно. Ой, господи. Похоже на паучка какого-то. Да. Не, ну 80 лобовой, конечно, это просто жесть. Крузер там. А, по кому вы там стреляете? За конце даже не пробивается. А? Ой, кстати, классный пулемет, быстро перезаряжается. А, 2,5 кд, офигеть, да, вот этот супер. Вон, я тут ногиб устроил. А сколько бортовая броня? Я вот не помню. 3 хп мне сняла арта. Вот это жестяк. Вот это нагиб она сделала. Это что его дают? Это ж подарочный, он вроде не продается. Опа. Пакет дорогой с ним очень. Слушай, надо по нему тоже обзор сделать. Заодно помогу картошке купить новый Боинг. О, да их бы скупили с радостью. Ну вот сушка сейчас по мне стреляет. Вообще нагиб, ты что-то гнать? Да слева панзаря выкурить. Да, выцеливай его. Су-26 снимает под 24 хп.
Особенно 20-перковый экипаж, это вообще. Вообще меня в бочину ПЗ-1 не пробивает. А, жесть. Пробивает. Единственное, что нас пробивает. Слушай, надо будет еще пару боев скатать. Вот это маус. Рукой не пробивают. Да. Да я вон на центре стою, мне пофигу просто. Вот просто пофигу, честно. Ой, я в Мурсура попал. Ну, арта пытается мне... Вообще просто едешь и убиваешь. Медленный, единственное, что минус медленный. Ну, а что ты хотел для такой брони? Да. Сейчас глянем подробнее. Я не помню, сколько борта. Может, тоже 80. Или 50. Мурзор, ромбиком становись, да? Да тут и ромбика не надо, как правило. Мне нравится, кстати, барабан. Очень прикольный такой. Тык-тык-тык-тык-тык. Единственное, что смогло снять хп, это арта. 20 и 37. Меня только меня один раз пробил этот самый. И только потому, что это сегодня его день. Ну, без голды, кстати, довольно-таки печально. Без голды пробитие всего лишь 23. Я вот арту только что не пробил. А ну, вмажь меня, ты пробьешь меня голдой? Голдой? Нет. А что с башней? Башня какая здесь? Картонная? Башня. Не, ну она не картонная. Так, я не буду стрелять, чтобы это самое. А в корма? Ребята, мы сейчас можем... Нет, смотри, лоб даже голдой не пробивается. Конечно, не пробивается, там 80 миллиметров. Угомонитесь. Мы так уже пошутили. Не, даже борт не пробьешь. Нет, смотри, башня бронированная. Даже башня бронированная. А сейчас посмотрим в этом самом. Вот это жесть, смотри, даже в корму, зад башни не пробивает. Ну 26 пробития, Кирилл, что ты хотел с 26 пробития? Только лючок мне сломал. Какой 26 пробития? Голдой. 46. 46. А, 40. Ну, плюс-минус. Не, это нечто. Сейчас посмотрим ТТХ. Я что-то... Реклама? Так, и что там? Лоб 80, борт 50. Да. 50. А ну, давайте еще раз, мне интересно. Вот это... Сейчас, секунду. Я его, на всякий случай, отмечу себе. Да, это, кстати, да, голде самый дорогой танк в игре. Ну, как и ПЗ-1С, наверное, тоже. Там очень тоже барабан дорогой. Там за одно нажатие вылетает больше снарядов. Ага. Поэтому он дороже. А какие уровни боев здесь? Третий, походу. Даже, к вам четвертым не кидает. Ну, судя у него же пробития нет. Да-да. Ну вот нас только Т-18 могут угробить. Сейчас вот тупо по центру едем втроем. Не, нас могут угробить фугасники. Фугасники это тут Т-1 и Т-18. Фугасники, а ФСМ нас прошьет. У него там пробоя почти 100. Какой ФСМ? Ой. Где ты убил? ФСМ 6 пак 40. Так это за нас. Ну вообще, ну он да. Я говорю, если против нас будет. У него и пробой хороший, и дамага по 100 единиц. Ну да. А ты ром подстави, попробуй пробить эту хрень. Где бы ты ни был, ты знаешь, все танкуют бортами, все танкуют бортами, все танкуют бортами. Что? Что ты делаешь? Это... У меня кровь из ушей потекла. А-а-а. Ой, смотри, видишь, лючки берутся. Лючки? А-а-а. А нет, ну это борт под ровным углом, чуть-чуть там что-то пробивает. Прям впритык. Ну, это чуть-чуть пробивается в том плане, что у тебя выходит плюс 25 ну, к пробитию. И смотри, вот эти Т-18, их же все равно понерфят рано или поздно, то есть нам нерфят. Насрать. Да. И это там будет еще более имбовым. Тут основные же ЛТ на этом уровне, у которых там пробитие в лучшем случае 50. Нет, 80 это реально жесть, это просто жесть. Угу. Я вообще не знал, что такой танчик есть. У Бачата на 10-м нет столько. Продавайте бачатов, пацаны. А здесь на третьем 80. Да, немецкая мощь. Мини-маус. Мощь. Какой мощь. У тебя классный украинский. Немецкая мощь. Я приехал на военный завод и проверил все военные. Азиров, да. Ты фанат, я вижу. У него цитатник есть. Да. О, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Не пробил, не пробил, не пробил. Да, тоже. Не, без голды не берется. Вообще, да, без голды тут о, очень... Д2 пробить, это вообще нереально. Да, Д2 не пробиваю.
Ну и они меня не пробивают, это хоть радует меня. А вот голдой? Голдой более-менее. О, фугасом. Ребята, давайте фугасников. Хотя... 18-го мы пробьем разве что в ЛД, но там такой угол. В НЛД. Берется. Что, ты 18-й не пробивает или пробивает? По 33 нормально пробивает, слушай. Опасно, опасно. Опасная ситуация. Ну как Д2 убить, я не знаю вообще. А он не... Тебе ехать главное вперед. Сближаться. Рикошет, рикошет. Ну, союзники помогут. Так, а куда же это говно выцеливать? А, ну ясно, никуда. Да, жесть. Просто жесть танк. Тупо по центру проехали. Да, тупо проехали по центру. И то... У этого танка, по-моему, самая лучшая, одна из лучших стат в игре вообще. И то меня пробили только фугасами Т-18. Если бы не было Т-18, то... Чук, хороший. Вот, а Т-1. А Т-1. Да, это без вариантов вообще. Просто умер. Ну, пробьет? Не, ну фугасом пробьет, ББшка нет, я думаю. Хотя... Ну, здесь зажимать нельзя. Да ладно, почему это? Ну, разбрасывает слишком. Да, по боку вообще. Учитывая КД 2,5 секунды. Ну, да, КД барабана тоже. Прикольная. О! Ой, ну в бочину хорошо уходит. Еще два танка не светилось, блин. Ну где-то в углу сидят. Драконит. Могли на горку поехать. Да какое? Смысл на горку. Хотя... Кстати, вот она игра на лоу-левелах. Рации не хватает. И MX-38 где-то там потерялся позади. Да, это только здесь, здесь бывает. Локуст. Убил Д2. Ну что, заканчиваем игру, становимся на захват. Так, алло, алло, алло. Муразор, угомонись. Ты уже голубой. Уничтожение союзника? Серьезно? Ну, забанен? Ты да. Поц. Я ж предупреждал, нельзя по своим возводе стрелять. Я тебя не пробивал даже. Я какая просто... разница, какая я разница? Это по новой системе любой дамаг по своим засчитывается и тебя банят. Да, да, да. По модулям и по... Да. Дебильная система. Ну вот такая система. Чуть уже этот бой. Я одного петуха, блин, гуслил союзника, который меня хотел убить. И меня забанили за то, что я его гуслил. Дай мне еще один ак. Вот там давали ж пару штуки. В чатике посмотри сам. В чатике. Да блин, ты думаешь, я помню где-то чат? Чат противостояния, чувак. Я же не буду сейчас этим заниматься. Он на баги похож, так внешне. Куда ты там смотришь? Нет у меня такого чата. Есть это? Стреляет какой. Есть у тебя чат такой, поищи. Там, где мы все списываемся. И в скайпе... Он называется у меня он точно не так. Ну, как он у тебя там называется, я не знаю. Просто. Так, Кирилл, давай... фармит это точно. Да не фармит, понятно. Давай скатаемся на ПЗ-1С еще раз. Пока... На этом? Не, на этом самом. На ПЗ-1С, пока Мурозор там будет заходить в игру. Кстати, Кирилл, тебя плохо слышно в скайпе. Скажи что-нибудь. В смысле, раз, раз. Ты пропадаешь. Такое ощущение, что у вас с интернетом что-то. Ты имеешь в виду, связь плохая? Да, да, да. А ну слушай, да на хер его знает, не могу, короче, я найти этот чат. Блин, ты чего? Балбес. Сейчас. Ты балбес. Кто только что бан схватил, а? Я что ли? У меня вообще написано, что я не с вами не в связи. Странно. Вот я написал в этом чате, mm-hmm. Видишь? Так, сейчас, секунду, я вам перезвоню. Так, алло. Ну? Сейчас Кирилл возьмет. Так, опа, он не хочет брать. Занято? Что за фигня? Твою ж дивизию за ногу. А я его даже добавить не могу в конференцию. Че вот это за... Алло! Кирилл сломался. Алло. На, нормально. Поехали. У меня все клиент скайп вылетел. Ну че, 1С? Да. Да быстренько скатаем. Я захожу сейчас. А, он уже заходит. Все, давай тогда на нормальных танках.
Так, средний давайте, наверное. Тот же канал? Да. Там, правда, уже по идее. Я зашел, но канал не коннектится. Да тут столько людей, давай другой. Да. А какой другой? Не знаю, Джофф 3. Джофф 3, давай. Ладно, я пока на Ютубе почитаю, что там. Создал Джофф 3 по-русски. Что там на Ютубчике пишут? Так, когда тест 0.9.0? Ребята, тест, по идее, где-то в середине этого месяца, если я не ошибаюсь, начало. А может, обещали через недельку. Ну, где-то середина месяца, да. Так, ёлку просит, Джофф Салам, дай голды. Отлично просто. Так, ну чём? На СТ, я думаю. По БТРам. Ну или на маусах. Давай на маусах, наконец-то. Давайте, просили на маусах. Сейчас маусов возьмем. Так, у меня маусы. Если у меня, кстати, еще есть. А что, может быть, не будет? Как его может не быть? Но у меня кредитов нет, я мог его продать. Нет, он у меня есть, все нормально. Продать маусу, видите? И картошка мне 35 фугасов под это самое. Любезно. Стреляй фугасами. Любезно помогла мне 35 фугасов загрузить. Офигенно просто. Картофан тащит. Так, все. Ну, поехали. Лучшая карта войны Мураванка. Так ты еще радуешься, что одна арта. Да. А не пять. Да, ты радуешься, что я против... все равно поеду тупо по центру. FS-183 ты радуешься, Кирилл, что? Короче, нет, нафиг центр. Давайте вот сюда поджимаемся, забираем точку. Да, давай туда. Там будет по БТРу. По центру это слишком глупо. Взвод маусов. Сразу голдец заряжаем, сразу, вот, чтобы все по-честному. 36 фугасов. Да, 36 фугасов, да, тоже. Так. Давай, Кирилл, я тебя подтолкну, чтобы мы быстрее ехали с тобой вместе. Да, давай, давай, давай. Ой, как толкаешь. Слушай, ну я сначала надо до тебя добраться. Люк, да? Люк, да. Ой, смотри, мне помогают. Нужна помощь, пацаны. Ну прям вообще, ну смотри, турбо, ты меня аж прям догнал, да? Да, так сейчас догоню, подожди. Сближаешься, да. Опасная ситуация. О, как искрит, смотри, да, как полыхает. Все, я тебя догнал, ура. Я проскочил. С вертухана там по кому-то. Не видно вертухан даже. Броня не пробита, я попал, прикинь. А я нет. Ты нищий. Кого не пробил, это 71? Паттона, голдой. Все правильно, все окей. Все у нас хорошо в игре. Ой, не, я вообще не попадаю. Слушай! С вертушки что ли? Так ты с вертушки. А нет, это у нас Мурозор с вертушки, да. Эп, направо, не успели. Не успели. Налево. Не успели. Т-110. Он пытается мне в щечку уцелить. Давайте, Джова, за щечку. Да. Полно не пробил. Оп. Просто едем вперед. Да. Какой Е100 у нас? Ну, голдой не пробил, как рак. 311 пробития. Просто тупо едем. Мы должны их задавить. Да. Фоч? Уже ребята, вот прямо вот тут фоч стоит. Прямо вот в кустах. Прямо вот перед тобой. Вон он! Убиваем. Красота. Я 100 фугасом стрельнул только. Красава, что. Слушай. И там кто-то еще тебя на 600-ке стрельнул. Ну, подтягивайтесь. Сейчас опять фугас будет. Давайте, по фокусу. Я 100 опять фугасом. Выезжаем, Музя. Просто едем вперед. Я думаю, сейчас забираюсь тут умирать, как вы. Фокусим Е100. Или кого-то там. Я вас от паттона прикрываю. А, ну давай. Е100. Вас и так там трое, блин. Ой, колда пошла в бой. Ага, Е4. Че мы как лахи? А что, Мурзор прикрывает нас от паттона? Может, паттона сначала убьем? Да еще, он как же мы его убьем?
Вот Мур у нас фуловый, пусть танкует. Давай, Мурза, давайте их просто продавим. Ну что мы тут... Давай. Не продавим, мы умрем просто. Ну, так и так умрем. И будет, так ладно, и будет. Ладно, кто-то пусть смотрит на Паттона, я сейчас его танкую. Ой, какой красивый Паттон, смотрим на Паттона. А он без засвета по нам кидает. Вообще просто без засвета. Кто? Паттон? Он только что стрельнул по мне и не засветился, вон он. Вон. Давайте. Я КД. Не попал. Твой снайпер. О, хорошо. Поиграл, братюня. О, 261 мне. Бачатик дал. Сейчас еще раз прилетит, видимо. И 100 КД. Варта КД. Да, это Артара. Еще два снаряда. Что за Джова? Давай, Паттон. Вылазь, вылазь, бич. Один снаряд у Артара остался. Просрали зеленку. Может, действительно выйдем? Да. Надо ехать. Давай. Давайте, кто у нас? Муразур, давай ты первый. Шлюпки разберут. Давай, да. Нельзя стоять, надо давить. Поехали, Муразур. Поехали, хорошо. Все, поехали, я там поехали. Скуете? Сольюсь. Голда пошла. 4 КД, сотку фокусим. Да, фокус по сотке. Отлично. 7 секунд, сейчас заберу. Давай. Сейчас заберу. Ну, забрал. 110-го. Я ваншот. Помогайте со 110-кой. 110 стреляю. Отлично, ну вот, можете ж когда хотите. Во, красота. Сейчас только Паттона убить, и все будет хорошо. Да, и остается 3 ПТшки. Да, вообще мелочь. М103 сейчас убьет Паттона. О, отлично. А какая у нас точная артиллерия? Просто супер. Да? Сейчас я вот стараюсь выцелить просто Паттона. Ой, ой, маус КД, он тоже стоит. Прямо вот здесь вот с краю. У них тоже, у них тоже есть маус. Угу. Извращенец. И мы успешны. Да, извращенец на маусе. Ой, ушел как, а? Там вафлю давайте. Он текает. А я не вижу даже ее, мне дома мешает. Не, он там так спрятался на своем ангаре. Ну что, кто у нас еще здесь есть? Маус у нас вот есть. Мур танкует, отлично. Да тут не потанкуешь, меня сейчас просто. Кстати, артиллерия с КПД 93, вообще жесть. Ой, арта 1 КД, походу. Второй. Или нет, это первый был. Сейчас семерка поиграет. О, все, я поиграл. Я засветился. Да. Допрыгался. Охренеть. Ничего себе, я светился. Муразор, что ты получил? Вот что-то. На 1500? Флешка вообще меня без проблем пробила, даже не засветила. Оп, а вот и кто светил. Да. А я не пробил его. Прикольно. Голдой. Ну что, умираем? Ну да, в принципе. Поехали. 2К выбери, ничего так, нормально. Так, хороший танк, сбалансированный. Вейдер на нем каждый день, наверное, нагибает. Да, не то, что 183-й, вообще тяжело на нем играть. Мауса пробивать как сложно. Меня вообще с Вертухана пробил глоб башню. Ой. Тебя фугасом на фулл дамаг? Да. А вот и флешка. Супер. 1632, даже меньше, чем средний. Ну ты прям бортом к нему стоял. Да, блин. То есть, по-твоему, снаряды с дамагом 1750 и пробитием 280 почти это норма, да? Это сбалансированная игра. Конечно. Ладно, я еду умирать. Давай, ну ты далеко не доехал. Да. Да они бы и без голды фугасами убили этих маусов при желании. Да. Отличный танк, дорогие зрители. Очень сбалансированный. Хороший танк. Покупайте. Больше маусов. Больше дамаги. Поехали на СТ. Давай. Надо побтерить. Блин, у меня 140-го нет. А, не задоначен, что ли? У меня тоже нет его. Да ладно, сейчас другой танк возьму по боку. Мне чувак только что пишет, что в России в некоторых городах полностью заблокировали все трекеры, торренты и YouTube.
Слушай, офигеть. В Хабаровске Википедию заблокировали, а тебя удивляет то, что трекер заблокировали? Жесть просто. А с чего это вдруг? Да а потому что там есть информационные материалы, ну, про Гитлера, там еще про... Да нет, это из-за информационной войны между вот этого... Пропаганда. Вот, да, и из-за Майдана, там же каждый... Да, это еще до того было. Да это все равно бред, блин. Слушай, Википедию блокировать и Кинопоиск. Да. Жестяк просто. Ну, у нас хотя бы этого еще нету. И надеюсь, не будет никогда. Я предлагаю, короче, вот сюда поджаться. И я. По БТРчику там. Вы РСП попутали. Да нормально, поехали. Хватит, хватит ссаться за статку. Да. Муразур, свет по центру, слышишь? Давай, ты с нами едешь. Я подожму, слушай, но с другой стороны. Ой, ладно. Не проедем. Да пофигу, ладно, поехали. Поехали, поехали. Надоело вот это. И подождать минуту. Это тупая малиновка, блин. Опять будет стоялова. Поехали. Чуть в левной стороне. Угу. Сейчас будет экшен, на нас бачаты вражеские выйдут. О, видишь? Все да, предсказуем. Пусть полку. Ладно, короче, хрен с вами, я вообще по центру еду. А потом скажет, я из-за вас слился. О, 75-очка наш. Да. А я его не вижу, он где-то там. Внизу. Меня и сушка долбанула. О. Нифига так. Себе, я не свечусь. Я засветился, подкатывайтесь тут. Муразур живет. Ой, аккуратно, что? Аккуратнее. Муразур, да ты еще смотри, ты еще танкуешь, я смотрю тут. Давай, давай, поехали. Я на тяжелом танке, а вы на СТ. Че тут стал? Подъехали, подъехали, давай, давай. Давай, давай. Аккуратнее, 75-ка же тут. Пофиг. Кого ты там стреляешь? А в кого здесь везде? Танки есть. Я немножко растерялся просто. 75-ка тебя выцеливает. Пусть выцеливает. Ой, арта когда? ББшкой. Да, по мне, кстати. Ну да. Засранец. Ну шо, все зависит от нашей артиллерии. У нас есть она? Ну, вроде бы да. Ты все набрасываешь, набрасываешь. Там меня сейчас поимеют, сейчас арта откадешится. Да. Не хочешь справа 6-9 забрать? Забери. А я ладно. КД. А, хорошо, сейчас да. Заберу. Вижу. Еще 5-4. Отлично. Ты подставил просто идеально. Да, как будто ты не... меня подставил. Я не свечусь. Я не в свете. Ясно, 5-4. Уходи, уходи, уйди просто ниже, уйди просто ниже, ничего не делай. Ой, ой, уходи, Кирилл, просто уходи, я ниже спускаюсь. О, это было приятно. А вот это уже было плохо, это уже плохо. 110-ка летит. Я надеюсь, нас прикроют. Твою ж дивизию, а. Не сбил гуслю ему. Просто раздамажу его, нафиг гуслю. Он хочет меня затаранить. Я и хотел сбить ему гуслю, я на КД, сейчас он меня заберет. Он за мной едет. Ой, тут так тут иди панцер. Да я пытаюсь просто уйти. Он еще и голдой стреляет. Ну да. А зачем? Твою ж дивизию, я его не пробиваю. Лучше бы проверить. Просто утопит. Ну блин, так и будет. Ты не сможешь под водой стрелять. Я знаю. Так тут уже втроем они приехали. Что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. У нас команда отличная. Жаль. У нас РСП самый худший. Ну вот казалось бы, что эти тупые овощи тут делают? Почему? Все, все. Блин, мы реально их РСП светили. Где выстрелы? Где дамаг? Да ладно, ну что ты. Поехали. На чё? Дятлы. Да на СТ. На СТ самый хардкор получается. Правда, если бы Мурзур взял СТ и поехал бы с нами вот на эту точку, было бы лучше. У меня танк по скорости как СТ был. Какая разница? Только ты слился, чувак, вместо того, чтобы... Потому что меня реснуло по самому центру, блин. Проехал бы вдоль воды к нам, пока они на нас были загрены. Ты просто отдался в начале боя, непонятно зачем. Погнали. Угу. Ты не подумал о том, что ты доехал только потому, что я отдался в начале боя?
Я бы в любом случае доехал бы. Да, конечно. Да, но вот сейчас ты начинаешь все оправдания придумывать. Вместо того, чтобы взять СТ советский, православный. Не буду советский брать. А бери любой уже. Ай, я 50М. Нам с картами везет все больше и больше. Да, отличная карта, это что? Три бачата с раком. Ну что, на горку, а потом с горки на бачатов. Угу. Супер план. Арта всего одна, в принципе, да, можно. Главное не нарваться тут на ПТСАУ, который будет вот тут стоять. А вряд ли. Иначе. Уже давно не изи. Ну, смотря какие. Где третьего есть? Если умные. Так, поехали. Тун-тун-тун. МТ-25. Удивляюсь, когда вижу эти ЛТ в рандоме. Он не ездит, не светит, вообще ничего не умеет. Так. О, минус 11. Леопард. Бодро он там выкатился. Судя по тому, что батчики не светятся, они здесь. Скорее всего, да. Но не на аллее же они. Хо-хо-хо-хо-хо. Не, ну а вдруг? ПТ будут светить, они будут дамажить. Угу. Дамагеры. О, видишь, нас уже спрашивают, на гору поехали? Не. 13.90, раковый. 45%. Мы на аллее. Конечно. Странно, что мы... Опа. Дал дамаг. Они врываются, давайте, первого фокус, первый. Раздамажил, давай, помогай, помогай, помогайте вот этого. Ушел на дно. Все, пусть едет дальше. Я вниз уйду. Твою же дивизию. Ой-ой-ой. А у него... И поджог, отлично, не добрали. Yes! 9 хп у меня, правда, мне сейчас рта поимеет. Ну что там? Что там? Как у нас? Тут такая толпа. Минус 2 бачата, отлично. Вот это был БТР. Всё, вот это... Я поиграл, посмотри, какое там кодло. А зачем ты туда поехал? Ну, затаранить хотел его. Ну ясно с тобой. 140 всё. Его забрал. Отлично, отлично. Так, а я сейчас это переезжаю. Мне надо опять подняться же как-то. 310 слили. Да. Хотя у нас. Хотя, конечно, потеряли тебя и я уже. Да. Не это самое. Блин. Он весь барабан в меня всадил, по-моему. 5 снарядов я получил от бачата. Ну да, зато минус 310. А Муразор у нас фуловый. Из кустиков стреляет. Вообще. На моем-то сарае. Мог бы затаранить этого бачата, который вылетел. У тебя с массой все нормально. Нам тут сейчас надо аккуратно играть, потому что у нас толпа бандерлогов на аллее в кустах сидит. И они там и будут продолжать сидеть. Они даже не двинулись, когда там танки светились на том углу. Да естественно, зачем? Зачем вообще двигаться, если можно просто постоять? Ну главное, там стоит КВ-4, я, блин, знаю, что он там стоит, но он не светится. А что ему светиться? Там кусты. Уж хорошая маскировка. Угу. Так, Леопард, получается, первый, да, там? О, какой шутничок. Шутки за 300 у пацана. Ну да. Не лезь. Дамаг дай слева. Дай дамаг слева по ИС-3. Ладно, я дам. Ой, ой. Второй. Ой, светляк приехал. Твою ж дивизию. Сейчас как мне арта даст. Это самое тупое. Кидает по мне этот гребаный КВшник. Ага. Кочелыжный. Где он там стоит? Почему его не видно? Блин, там стоит куча Муша, танков. Муша, три петуха стоят на месте, не догадываются проехать. Давай посчитаем еще вот этих. Вот он. Вот он.
Сейчас откатываюсь, не вижу его. Нет. Никто не пробивает? А он стоит просто так, что его хрен пробьешь. А я его не вижу даже. Мне... Ну, так СТ подъедь. Сзади, СТ! Не пробил. Сейчас опять выкатится. Ну, у меня еще 3 секи КД. Да ему на тебя насрать. Зачем стрелять по ваншотному Джоу, если можно по мне пострелять? Гребаный сарай. Сейчас, сейчас КВ-4 даст, тебя видит. Сейчас арта сюда разрядится. О! О, портошлюпка. Пошла жара. Коричневая да жара, да? Езжай на аллею. Да, тут как бы ловить пока нечего. Пока вот эти поцы вот тут сидят, блин. Фуловый леопард 6-2 с 30 УПТ дофига там. Ага. Есть такой нюанс. Они уже едут. Оп, вылез, вылез. Тихо, тихо, тихо. Я пока не подсветился. Пипец, блин, классный паттерн. Пробить ее все в маску. Ну не все, но много. А вот и артошлюпка. Я сейчас хочу как-то подъехать аккуратненько, может быть получится. О, леопард отъехал. Ага, тут остался один СТ. Вместе с КВ-4, естественно. Без дамага! Дамаг для слабых. Да. Сейчас вот эта где-то СТ-шечка, она тут письку мнёт. Писечку мнёт она тут где-то. Сейчас мы её... Опа, вот она. Еще не попал, да? А вот со 40-й врывается. Красава. Танканул. Танканул как бог. Отлично. Ну все. Плюс-минус что-то сделали. Правда, дамага у меня мало. Ой, а я ждал, думал, разобьешься или нет. Я тоже об этом подумал, но было уже поздно. Да ладно, нормально, как герой умер. Нырнул. Нырнул, да. В землю. Невидимая ПТ-шка. Просто шик. Дорогие зрители, кому понравился этот момент, не забываем жать лайк. Это ведь так офигенно. О, рикошет по ФВ. Ну чё, БТРчик. Хардкор. Да не, постояли, неинтересно. Не, чё, вначале мне понравилось. Ну, вначале, да. Этот врыв это, от этого безумного бочота. Поеду-ка я на днище. У нас там где-то поражение. Так, попробую, наверное, я тоже Е50Н для разнообразия. А что у нас поражение? Где у нас поражение? Там, а, где малиновка. Малиновка. Ну что, поцы в команде, просто поцы. Мы им столько светили, можно было бы уже 3 раза всех убить. Так, что у нас, что у них там? У них 140-й и вы за 120. Можем легко забрать А3. Можем. Поехали. Прям по низу, давайте. Мурзер обрадовался твоему предложению. А потому что он опять какую-то какашку взял какую-то. Ненужную абсолютно. А мы на двух... Кстати, СТ у них нет, можно, да, действительно. Ну, один. Ну, топовый один, еще бы за 120 у них, и все, в принципе. Отжимаем и расстреливаем всех. Не, у них сейчас СТ-шки любят сюда вот ездить. Сюда они ездят. О, господи. Там же классно с ЕСТой и Маусом перестреливаться. Еще наш альфами размениваться, наверное, да? Угу. Джун-джун-джун-джун. Утюжок. Просто по низу вот так справа проехать и все. Там если даже 140-й успеет, то мы его изнасилуем. Вдвоем даже. Дабл пенетрейшн, тараном. Ага, ага, да, я уже предвкушаю. Тараном под гору, да, будет отлично. Да хоть как. Да тараном. Хоть как, да. Да. Лишние 300 дамага. Там ты кому-то прикасаешься, он уже сразу лопается. Так, направо посмотрим сейчас, может что-то. Что-то может быть, что-то там засветится.
Не, ничего не засветилось. Ну что, момент истины. Ну 140-й, если не глупый, он сюда не поедет один. А если глупый? Поедет. Поедет. Да, братюня. Не, ну он сейчас, сейчас там будет этот, куста... Сейчас он будет танковать. Давай. Ой! Давай по нему. Ой, хорошо. Успеешь в гуслю? Или сейчас, через каток? Сейчас, целюсь. Стоит, отлично. Откатывайся назад, там из четверки. Откатывайся, четверка. Надо забрать, забирай. Сейчас. Отлично. Из четыре, аккуратно. Вижу. Ну, тут, там тут... Давай, поехали. Ты БТР хотел. Блин. Тогда я проеду. Все стоит. Ну что, тогда забираем его или что мы делаем? Ну там вперед! Что вы тут? За трубчик танковать! Давайте, говно это забрали быстро. Хевик, по-моему, один остался. На катке. Нет, он хэвик... на КД, забираем, пока он так, на катке. Так, забираем. Вот же ж петух. Выцелил меня. Ой, рикошет, отлично. Ваншот, ну? Отлично. Потанкуй музя чутка. Сейчас я объеду. Отлично. Вперед, тут нас... Вот так вот, давай. Отлично. Просто как про. Правда, у меня хп не очень. 900. Опа. Надо быстро забрать, потому что если сейчас еще стрельнет, будет печаль. Я не успел. Да, она еще и не раз стрельнет. Да, 1400 это плохо. Может, по ТСАУ подождем нашу эту? Или кто-то танканет? Отстрелялся. Дезертот. Сейчас заберу. Он зигует, давай, красава. Пока зиговал и прям в ангар отправился. Вот это мы... Да, они реально все внизу, посмотрите на этих... Ой, аккуратней. Посмотри на этих поцов. Блин, ну ты помог мне, конечно, арту добрать. 293? Это что, шутка такая? Не пробил арту, прикинь. Да, картошка все умеет. Ребята, у меня только что вылетел 293. Это в какой вселенной? Вот так возможно. Давайте ВС-120 затараним. Ой. А, 263? КД. Еще я на голде. Сейчас, Кирилл, я врываюсь, помогай. Давай. Стоит на гусле. Он КД. Твою ж дивизию. Сейчас еду, разгоняюсь. Ой, отлично. Хрена себе. Давай. Double penetration, давай. Не, ну не стой, Не, ну что КД? Говно коричневое. Есть тут тоже таран? Блин, да нет. Да давай тараном. Ты что, таран. нет. Вот 30-го. Интересно, сколько ты дамага сможешь по нему сделать. Давай. Вот это веселье. Да. Еще таран мастеру таранов. О, нет, это было плохо. Все. Но это мы их разорвали. Ой, а сзади-то ВЗ-120. Так, аккуратно. Надо развернуться. Он сейчас сюда едет. Да, сюда едет. Давай, пусть старанен тебя. Да. Ой! На ёп! Тортик. Тортик с бич. Я думал 5-4-1 отвлечется. Как они могут проигрывать? А как они думают? Как они могут проиграть? Да, жесть. 5К урона, дорогие зрители. Вот это БТР. Не, вроде затащили нормально. Просто счет был какой-то странный, учитывая, что мы продавили... Там минус 3 танка сделали на полке. Все поубивали. Вообще все поубивали. Вот это бой. Отличный бой, я считаю. Ну что, едем? Да, поехали. На чем? Может, такое ощущение, что тебя плеткой бьют и заставляют ездить на чем-то. В танке, да. Каторга, да. Давай леопарды немецкие. Давайте СТБ-1. А у нас нет СТБ-1. Ну, берите леопардов. На картоне чутка поиграем.
Да, но это был веселый бой, конечно, вообще просто. Особенно мне понравилось, как тридцатка умерла. Тридцатка именно поиграла. Джофф, зачем так орать, мне мама чуть звезды не дала. Ой. Так, ну что, кто там что берет? Ну, ждем Муразуря. Тут пишут, что у тебя со стримом кончик. Что-то, Кирилл. У меня? У меня его вообще нет, потому что он у меня не запустился даже. А-а-а. У меня все нормально. Странно. Соединение оборвалось. У тебя? Нет, у тебя, пишут. У меня его даже не было, соединения. Нет даже соединения с Ютубом. С чем? С Ютубом. Кирилл говорит, что нет соединения. О, опять? Да, опять. На тех же картах играем, каждый раз. Да, картошка может в баланс. Ну что, налево? Да, да, вдоль воды. Я, конечно, жалею, что я не на советском СТ, но ладно. Ни на каком? Не на советском. На советском тут было бы, конечно, получше. Да, нам еще без башен вообще четко. Ну, как бы у СТБ тоже башня неплохо бронирована. Не супер, конечно, но рикошеты бывают. Особо там брони нет. Да ладно, слушай. Бывают рикошеты. Сразу налево вдоль воды поджимаемся и надеемся, что в этот раз союзники не подведут. Надежда умирает вместе с нами. Ага. О, противники нас уже узнали. Судя по всему, у нас уже ждут. Нас уже встретили. Да, Т-54. Сейчас обменяемся. Я не попал. Оп, Т-54, зря он это сделал. Да, тарань. На! Давай, тараном. Да ёлы-палы, заманало говно. Ты как будто там рожаешь этот танк. Твою му! Автошлюпочка, да? Да. Ну ты понял, короче, что я только что испытал. Кайф, даже не с пробоем. Кайф, и потом, знаешь, сразу как будто поимели. Слушай, нормально все пока? Слушай, свет, смотри. Да, давайте, РТБ, работайте по нашему свету. Бесполезные. В фокусе убивая. Смотрите аккуратно, потому что сейчас их арта тоже будет сюда работать. Логично. О, 750. А мы можем под монастырь. А как? Опа, фоч, ничего фоч. Ничего себе. А, ребята. Это не меня было. Я не свечусь. Ребята, фоч работает с полки. Давайте фокус по нему. Стрельнул. Ой, ой, хорошо. Понял. Стати. Страдай. Все, играл. Поиграл. Отлично. Минус 3 в начале боя, пацаны. А? Вот что значит. Давайте по тройка. Твою дивизию. Чем? Случайно. Муразор вылез в прицеле. Да я вылез, это в меня да стрельнул. Да, ну ничего страшного. Уравняли хп немного. Отлично. Еще и камулем. Зачем тебе камулятив? А против тяжей разных, против разного говна бронированного, чтобы сертухана попадать. Давайте поможем семерке решить, что он будет делать в этом бою. Сливать, умирать. Да, кумулятив хороший. Хорошая точность у леопарда. Да, с 10 перками вообще норм. Там еще аж 62. А как насчет того, чтобы... Сори. Как насчет того, чтобы вот так проехать и попробовать с двух сторон их? Правда, там 5-4, может быть, со склона кидать, но... Мне просто кажется, что если мы будем только с одной стороны... Давайте к арте прорвемся, не? Втроем. Давай. Я ваншот. Ладно, я проеду, просвечу, а вы уже... А ты не доедешь, надо втроем ехать. Да. Да или давайте хотя бы СТ убьем тогда вот эту вот, 62-ку. Просто с той стороны уже нет смысла. Нафига СТ арту зарешаем? Она должна страдать, поэтому пусть страдает. Ну давайте, ладно. Он зелененький, смотрите аккуратно с этим, с этой 62-ка. Справа. Т-71, да. Свертухань.
Да поехали, все, уже поздно сдавать назад. Да, надо было ехать. Он выцеливает меня. Выцеливает не тебя. Ах ты, артошлюпа поганая, страдай, страдай, днище. Убейте, ой, убейте, убейте его, отлично. Ох, не попал. А где еще один? Ох, ну, чувствую, сейчас мне прилетит. Да ой. Нет, прилетит. Забирай 6-2. Сейчас стараюсь. То он что-то выпендривается. Да, дамаг 400 это, конечно, приятненько. Давай, давай, добирай его. У нас еще черепаха на базе стоит, при том, что все уже давно на их базе. А, вон. Он столько медленно, что не успел еще это понять. Не, нормально, нормально, раш такой. Мне понравилось. Хорошо так. 8-2 счет, а? Блин, ромбом танкует. Бачат летит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это плохо. Фуловый, не то слово. Да. Да, семерка у нас еще тот аутист. Рикошет! Рикошет! Твою ж за ногу, рикошет! Все, я поиграл, походу. Да. Ой, еще и 7 летит. Ну, тут точно, да. Да, это все. Не, ну че, 8-4? Нормально, я считаю. Да если не б... то слово. Если бы наши еще не слоупочили, если они сейчас еще не профукают это преимущество, будет вообще отлично. Давайте, конечно, на трех седьмых ИСах. Седьмых ИСах? Ну давайте на трех. Давай на 113 хотя бы. Да ну нафиг, 113 такой крепкий. Да, семерка получше. Не, они победили, смотрите. Хорошо. Можем, кстати, еще раз Е50М взять. Или семерок возьмем. Давай на семерках. Ну давай на семерках. Так. Ой, без модулей. Тяжелый танк. Так, хорошо. Семерка. Ой, я даже, наверное, вместо петушителя поставлю дупоек. Чтобы быстрее сливаться. Ну, кстати, что не говори, а такая тактика себя оправдывает. С их респа так еще проще игра. Не, ну с их-то это практически победа, если они еще на базе остались враги. Да. А вот с нашего респа, учитывая, что это еще и стрим, и его палят. Да ладно, палят так, стрим. Да палят, конечно. Шо? Да ну что ты, у нас такой БТР был, и мне когда было палить его. Не, я к тому, что чуваки знают примерно, куда мы поедем, что мы сделаем, и начинают нас фокусить. Ну это да. Все равно такая тактика себя правда. Вот это я просто предвкушаю этот мега БТР на этой мега карте. Давай слева. Да, давайте слева. Сразу быстро, сразу раш. Тан-тан-таран-таран-тан. И не останавливаясь до конца. Блин, да нам с картами везет. Да, не говори. Нет, чтоб ни одного Энска, ни одних Химок, ни одного Винсторма, ни одного Руинберга. Вообще отлично. Картофан смог. Ну, видишь, ты говоришь, не палишь. Вон, подсчету с нами. Да и хрен бы с ним. Не, просто тебе говорю, сам факт. Давай тогда с другой поедем. Не, давай слева, не, нормально, поехали. Чё? Поехали. Рашим, мы же советские танки, мы должны рашить. Просто едем вперед и надеемся, что наши союзники не профукают то преимущество, которое мы сделаем. Дун-дун-дун-дун-дун. Семерка, конечно, по динамике неплоха, но только на брусчатке. Да, у нее зарезана динамика очень сильно. Очень сильно. Да, при тысяче... У нее лошадиных сил на тонну столько же, сколько у 60. Но при этом проходимость просто зарезана. Да, очень сильно. Это танк 11 уровня, просто занерфленный в говно. Ну да. У нас тут есть группа поддержки, 2 петасау, неплохо. Давайте сразу под дома там. Да-да-да-да, прям туда, на ту сторону ихнюю, за барак, туда, под те дома сразу. Давайте только с левой стороны, наверное. Ну они... да. ФВ обрадуется. Он леопард обрадуется, 62-ка. Ой, они сейчас поджиматься будут, смотри, сейчас. Да-да-да-да-да-да! Давай, поджимайся, братюня, поджимай. 28 стреляет. 740, мы едем или не едем? Почему я кто-то... Я на едем. Привет. Вот почему я еду один? Подскажите мне. Ребята. Мурозор стал в дючку. Мурозор, что за... Я свечу, что ты хочешь? Да какой свечу? Давай едь, блин. Ну просто мега-командный игрок. Без БК. Я просто знаю, что вы умрете. Зачем еще мне умирать?
С тобой во взводе просто офигенно играть. Вместо того, чтобы распределить дамаг равномерно по всем танкам, раздамажили одного и меня. Йоси, да я вообще-то в всех боях перед этим ехал первый. И... Офигенно. Вообще-то меня долбили. А теперь тебе что-то не нравится. Потому что сказали, втроем едем. Просто до этого в боях ты по центру Малиновки ехал, как повод, блин. А как убили тебя, Кирилл? Да вроде все очень просто, зафокусили. Я даже не доехал. Все, я вижу твой труп. Они вот отсюда просто кидали. Да, куча голды в меня прилетела. 268 ну... БК выбил. Шик. Немножечко. Не, ну как бы минус 2-110 мы сделали. Тут уже это, да, они тут умерли. Да. В принципе, плюс-минус. Там еще сзади ФВ. Справа накидывают. Прячься за труп мой. Там, или за здание, куда угодно. Может, уже. А он без БК, смысл. Ты видишь, вот этот... где семерка стояла? Смотри, и она не светилась вообще. Ну, там двойные, тройные кусты. Но карту мы убирать не будем, она норм. Ну да, карта, конечно, ужасная, честно. Поехали. Она не просто ужасная, она ущербная, как говно. Говно, при этом ее обратно ввели. Чем думали, вообще непонятно. Ты ж переделали ее, ты что? Да, переделали. Те же яйца, только в профиль. Давайте Е50М. Мне понравилось на Е50М, это по хардкору. Бодренько так. Джов, в России ничего не блокировали. Вики работает, трекеры тоже. Сидит какой-то Алёша в своем городе, у него ничего и не... И даже не слышал, что мы говорили. Да. Я не говорю, что во всей России. В некоторых городах. А Википедию зачем? Так там статьи про экстремистов. Страшных. Остапа Бендера, да? Тайолы палы, да, Остапа Бендера. Видели тот скриншот? Да. Сейчас мы про Остапа Бендера? Угу. Сейчас в чатике, давай. Чё там? Где Бамбалейла? Нет, Джова узнали, не будет бомбить. Да, не будет бомбить, потому что сейчас всех... Так, ну куда едем? Налево, может? Направо. Нафиг направо. Налево, может быть, направо, а сейчас все поедут по центру в результате. Давай направо. А куда ты едешь? Видишь, Бамбалейла не случилось. Бендер Футурама, ура. Да тут половина поняли, там адекватные шо... просто попались. Да. Муразор, куда ты поехал? Ты сказал, что я поеду по центру. Направо! Направо поехали! Мы же во взводе, блин, играем, или что? Или каждый играет за себя? Ну ты, блин, даешь. Просто поражаюсь. Он рашит. Ты просто поражаешь. Наш пациент. Ты упоротый, реально. Ладно, Кирилл, поехали вдвоем. Давай, взвод тяжи нас сейчас примет. У Муразора своя атмосфера там. Мы неправильно на немцах играем. Не говори. Чё-то тут никого нет вообще. Давай, бросаем Зигу и выезжаем. Зигуй! Ну чё, скоро твой канал закроют за экстремистские материалы, и ты не будешь больше смеяться. О! Советский танк получил рикошет. И пробитие. Слушай, по-моему, они все к нам приехали, Кирилл. Это был хитрый тактический ход. А, Яга, я 100. Подъезжай, со третьего забирать будем. Кирилл, как бы ты там от арты защищен, а я вообще нифига. Если ты... Так подъехал бы, рядом бы стоял. Да. Вместе бы защищались от арты. Давай бояться вместе, да? Ой! О! Нифига себе. Нифига себе, а в углу вон он стоит, светится. Ага. Сейчас Муразор покажет, как надо. О, вот, видишь. Не такой он и бесполезный. Отстрелялась Яга, может поедем? Ну давай.
Там еще что-то четвертое я вижу есть. Поехали, давай. Если что, я протанкую. Вот там КВ-4. Да ёпарасоте! Овощ! 45-процентный! Главное, смотрите на нашу команду. Да. Зачем ехать под защиту горы по центру, если можно объехать ее 10-й какой-то там дорогой через там, где никого нету. Овощ с Д-25Т просто. Кирилл, аккуратнее, на тебя поворачивается. Да я вижу. Нормально. Нормально. А что Яга делает? Опа, арта. Яга насасывает полную... Т-29 догадался подъехать и дать в каток. Вот это я сбил каток. Это я сбил каток. Твою дивизию. А, это ты сбил каток? Не оправдывай его. Арта своя арта тебе дали, это был голубой. Да. Боже, какой рак. Какой рак тупой. Офигеть, да не говори. Просто рачина. Рачина. Боже, а как они успели слиться? Где? Что? Как это вообще все произошло? Поехали под горку. Так я еду или как? Ну, ты едешь, как я еду. Ну, так и поехали, собственно говоря. Тут уже выбирать не приходится. Нас сейчас... захват! Да? Надо. У нас мега-команда. Мы сейчас поедем сбивать, и нас поимеют, я так чувствую. Давай, короче, вот отсюда попробуем сбить. А в том прикол, что там домик, за которого мы оттуда не прострелим. Супер. Только надо вот с этой стороны заезжать. Разработчики опять смогли, я так понял, да? Да. Можем просто блайндом даже за домик Отлично. Ой. Не попал. Слушай, давай поможем, давай хэвика заберем, хоть что-то сделаем. Давай. Пока вот это разборки, там видишь, пока сотку нашу убирают, надо хэвика хотя бы забрать. Давай по сотке. Хэвик шотный, давай. Отлично, 373. Не вижу его. Да, я тоже. Блин, не попал. Забирай его. Ой, отлично. Таран. Какой рак. Давай, Кирилл. Отлично. СТ. Я кривой поц. Ой, ПТ, смотри, ПТ, осторожно. Она не смотрит сюда, давай, блин. 704 заезжает сзади, осторожно. Отойдем. Ага. Зайдем сзади через центр к 704-му. Давай, сейчас. Ой, господи, сейчас ко мне прилетит. Сейчас они оттуда выкатятся, надо уходить быстро. Осторожно, 704-й здесь. Да, Кирилл, там аккуратнее, смотри. И Тайп еще подъехал. И Борсик, Кирилл. Борщ. Твою дивизию. Я что-то привык сильно к 140-му. Отлично. Кстати, артошлюпки не светились. Ну, скорее всего, в один они стоят. Где-то по линии стоят, скорее всего. Оп, я в свете. Я в свете. Арта тебя видит. Т-30 сзади стоит. И 704-й вон. Что делаем? Объезжаем? Сейчас Т-30 сзади. О, что там? Видно, все, не видно. Сейчас выкатится опять он. Так. Давай, Кирилл, дамаг! Сейчас, доворачиваю. Ну, красава. Тайп тут еще остался. Тащим, братюня, тащим. Артошлюпка. Разворачиваюсь. Вижу ее. Ой, пушка. Сейчас стрельнет. Нет, не стрельнул. Блин, сотка, осторожно. Так, а что делать? Эту шлюпку забери, подсвети и забери. Не вижу ее. 604-й. Дал дамаг! Ой! Успел, красава! Артошлюпка еще жива. Артур, да. Не вижу, где она, не знаю. За камнем. 4999 у меня. Красава, я за тебя рад, только мы насасываем. Что делаем? Я сотки дохи... Да, доберите. Да не видно ее же. О, отлично. Вижу. Ну? КД. Отлично. Ой, тай. Уходи. 133. Я в свете тоже. Блин, сейчас 261 прилетит. Осторожно, сотка там. Да. Кирилл, а ну поехали так. Арта, откуда? Оттуда же! Поехали! За мной поехали! Она не будет светиться, надо двигаться.
Надо с обратного склона проехать. Сейчас за... Да. Сейчас попробую светануть. Смотри направо, я налево смотрю. Я еду, короче. Свети. Вот она. Не вижу. Сейчас заберу, вижу. Отлично. 61-й сверху. Ну что делаем? Надо двигаться. Дал. А, отлично. На катке. Блин, починился. А 150 осталось. Тебе надо танковать. Слушай, нас двое осталось. Да, я в курсе, чувак. Вам нужно дистанции вообще-то было разрывать сейчас. Надо. Да, Тай будет накидывать, пока мы будем ее разрывать, чувак. Блин, сейчас уйду от Тайпа. О, не успел даже. Не, ну, это было хорошо, я считаю. Если бы кое-кто не поехал на центр... Да, жаль. Ой, какой рак такой. Давай. Ай! Рука-лицо. Ой, да ладно. Это был хороший бой. 6 настрелял фрагов. Вот это БТРчик был. Да. Это был отличный бой. Жмем лайк, дорогие зрители, кому понравился этот бой. Мне даже 1000 опыта забрали. Посмотрите на урон остальных. Боже, какие... Хэвик, 0. Зато союзная арта мне бросила на 3 арты 0. Вот, этот бой ярко показывает, что такое артиллерия. Артиллерия говно. Артиллерия... Давайте вместе. Артиллерия говно. Артиллерия говно. Зато у них артиллерия кинула 1900 и 2000. 1900, 2000. Как можно было на хэвике вообще без урона слиться? Давайте последний бой и закругляемся. Да. О, по классике там штаны, все такое прочее. Угу. Причем я предлагаю заехать не на нашей стороне, а заехать на их стороне. Если кто-то будет лететь тоже, ну, типа в штаны, просто тараном их остановить. Будет вообще эпично. Но у них быстрые танки, у нас много медленных. У них бэтчат? Успевает, например, Маус не успевает. Леопард, да, у них. А ФВшки успевают по нам набросить с Трахином. А хотя у него уж КД будет. У Трахина будет ХД, да. Ну ладно, поехали, посмотрим, как там получится. Давай. Куда вы собрались ехать? Штаны, поехали. Ты с нами в этот раз. Разор по центру? Угу. Да, центр. К слову, можно по центру доехать до их базы, но, скорее всего, никого не будет. Тут вообще центр же бесполезная часть карты. Угу. Так, ну я, как всегда, первый, короче. Кстати, есть смысл не всем туда заезжать. Кто-то один под камень? Кому-то под камень. Ну давай ты под камень. Кто последний, тот под камень. Последний под камень заеду. Давай. Тот, который на центре? Да. Тот. Угу. Опа. Ой, какой я точный. Ты куда? Жесть, спасай нас. В кого фокус? Фокус леопарда. Да, хорошо. Меня в каток посадили. Леопарда, давайте. Поднимаюсь. Фокусы. Взрыв, отлично. Отлично. Батчик, подпирай. Загуслил. Добиваем. Сзади осторожно 5-4. Стреляю в 5-4. Ох, как они не пробивают. Ой-ой-ой, как они... Нагустить надо. Отлично, на гуське. Да. Сосать. Вот. Сосать, я 50 тащит. Рикошет, мать твою. МСУ-3. Ой, хэвик на голде. Да твою дивизию. Кто-то... Он остановился резко. Все, отлично. Так, в меня КДшится. Вот это поимели мы их. Отлично. 3700. Ну что, упадем с центра, заедем к ним сзади? Да, я тоже об этом подумал. Поехали. Там где-то еще вафля не светилась. Надо сначала вафлю просветить. Не, у меня 1300. Я плохо пострелял. У меня примерно столько же. Интересно, где Маус? А, Маус стоял сзади. Паттон видно отсюда, по-моему. Угу. Не видно. Он за холмиком. Есть, 440, давайте. Туда же. Отлично, хорошо. Не, парень, ты уже поздно тут заезжаешь. Сейчас СУ-22 посветит, давайте.
Да, Е50 это сила. Ты что? Ну, единственный нормальный немецкий СТ. 110, 110. Ой, хорошо, поиграл. Хорошо, да. Слю без дамага. Слышно, слышно, как мышка цыкает. Мне везет. Когда там из 4 догадается поехать? Я ему весь урон я ему дал через гуслю. Слушай, он уже есть. Вафля не светилась, вот что меня напрягает. Хорошо, что ты с этой вафлей. Вафля ладно. Стреляет по 122-54. А-а-а. Скорее всего. Вон она, вон она. Угу. Поехали, ладно, поехали. Через центр можем зайти. Вот она не видно. Трахлю видно. Угу. Он без орудия. Угу. Стоит на гусле стоит. А, не, под, не гусле. Поднимаюсь. И 7 катится сюда. И 7 в тебя стреляет. Ну, я уже заметил. Перед нами другая вафля маленькая. Мини-вафля. Где она там, не вижу. Боюсь, рта сейчас доберет меня. Ребята, у нас небольшие проблемы, потому что непонятно, где вся команда. Откатываемся, откатываемся. Да, что-то фигня. Они вернулись, сейчас будет продавливать. Вид было, Костя. Не... А, да. Не попал. Да, я не попал. Опа, так, я в свете. И я в свете. Так, что-то тут дофига нас. Давай завернем и отъедем отсюда. Да, тут их дофига что-то. Что они тут делают? Поехали через центр зайдем. Нам надо как-то их расстрелять сдалека, ну, аккуратненько. Стоп, через центр. Давай. О, арта. Они все, как Алиханы, за нами поехали. Какого черта это делать, я не понимаю. Мышка уже сдохла. Ага. Ну, он же типа танк продавливания, что ты хочешь. Поехали за мной. Да еду, еду. Сейчас, может, удастся наверх проскочить, тогда да, мы... сейчас трахлю, заберем шотную. Ага. Светился? Да ну нафиг, блин. Петух на ФВ. Забирай. А он спрятался, мать его, за ногу. Отлично. Ого, меня тут пытаются вы... Тихо, аккуратнее, там выцеливают. Там выцеливают Кирилл. Там ФВшка сейчас кдшится уже. Давай по хэвику. Сейчас я КД, я только что по нему отцелялся без дамага. ФВшка целится. Так давай хэвика заберем, в кого ж ты стреляешь? Выцелил ФВшку. Блин, ну из 4, поц! Проезжай дальше, здесь видно. Твою мать! Дебил! Тупой на четверке! Тупое одноклеточное говно, блин! Блин, ненавижу этих. Из-за него пришлось выкатиться вперед, потому что он своей жопой советской вылез, блин. Дятел одноклеточный. Там уже тарань, едь уже за тараних. Вон там, и 7 будет хорошо, так войдет. Спускайся так аккуратненько, да. А если гуслю не собьют мне? Это, блин, как на Редшере. Какой-то одноклеточный совок на КВ-4 Д-25, и именно гуслю мне сбил, когда я хотел спуститься вниз. Давай! Ой, хорошо. Отлично, союзник мне вмазал в борт. 373? Это из 4 тупорылый. Нет. А не, из 4 мне крит без урона нанес. Ну. Ой. Ладно, все равно было весело. Зато из 4 сделал 5 фрагов. Сейчас посмотрим, сколько он настрелял. Да он бой больше мешал, чем стрелял, по-моему. Да. Коса смерти. Прикольно. Мы их здорово в штанах. Не, ну 3-300, смотри. Рычок. Блин, ровно опыта получили одинаково. Угу. Да. Ну что, все или еще да, один? Да, все. Чего? Давай. Все. А ладно, ладно. Просто сваливать, отдыхать уже. Ой. Да. Все, ребята, всем спасибо, что были сегодня с нами. Все такое бла-бла-бла-бла-бла. Хотите что-то добавить, днище?
Нет, отличнейший стрим был. Мне понравился. Да, да. Если бы еще Муразор ездил бы с нами все вместе, а не где-то, был бы еще более эпичный. Ну, мы не будем о плохом. Да. Ой. Дынище. Да, да, да. Все, на этом мы смотрим заставочку, дорогие зрители. Прощаемся с вами. И не забывайте, что каждую субботу в 20:00 у меня на канале стрим. Приходите. Сливы будет... Джо. Да, Сливы Джо. А в следующий, на следующей неделе, если все будет хорошо, ребят, у нас в гостях будет лучший танковый командир World of Tanks Серега Аксенов. Ну, короче, те, кто знает, те поймут. Спойлер. Да, спойлер небольшой такой. Все. Пока. Смотрим заставку, покупаем Ритмикс и делаем Джо богаче. Больше бабла.